Одинцовские волонтеры поддержали предложение первого социального онлайн-форума «Единой России», который состоялся 14 декабря. Участие в форуме принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключевой темой стала деятельность волонтерских центров. На встрече с добровольцами со всей страны глава государства поблагодарил их за самоотверженный труд и особо подчеркнул, что для «Единой России», как самой массовой партии, волонтерство и повседневная работа в эти напряженные месяцы дали возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто для галочки. Напомним, с самого начала пандемии «Единая Россия» создала волонтерские центры в каждом регионе. Они объединяют 80 тысяч активистов. Приоритетами дальнейшего развития остаются автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным. В ходе форума участники обменялись лучшими региональными практиками оказания помощи гражданам и медикам. Их опыт в том числе лег в основу пакета новых социальных инициатив партии. Среди ключевых – продление ряда временных мер и упрощение требований к аптекам при онлайн-продаже даже без рецептурных лекарств. Одинцовский волонтерский центр «Единая Россия» продолжает свою работу. Добровольцы ежедневно оказывают помощь всем, кому она необходима. Заявку можно оставить по телефону центра.